рада представити вам наших ранкових гостей. Провідний методист хореографії обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи Анатолій Кривошей та заслужений працівник культури України Ганна Макарова. Вітаємо вас. Здравствуйте. Сьогодні поговоримо про Миколаївщину хореографічну. Є чимало подій, про які варто згадати. Зокрема, сьогодні поговоримо про обласний семінар з дитячої хореографії, про ансамбль танцю «Джерельце», а також про регіональний конкурс сюжетного танцю та малих форм «Dance Day». Тож, розпочинаємо, поговоримо про семінар і про ансамбль «Джерельце». Так, 17 числа у нас пройшов обласний семінар по дитячій хореографії. Ви знаєте, ми, обласний центр, проводить зараз цикл таких програм, як знайомство і ознакомлення колективів, ведучих колективів нашої області з хореографами. І от очередний раз ми пригласили всех наших руководителей танцевальных коллективов города Николаева области ознакомиться и увидеть прекрасный, наверное, один из лучших коллективов нашей области. Спасибо. Народный художественный коллектив, ансамбль танца «Джерельце», Дворца культуры учащихся и с его руководителем, заслуженным представителем культуры Украины, відмінником освіти Украины, моим старым другом Анной Ефимовной Макаровой. Безусловно, собралось очень много участников. Было около 70 человек. Вот. Я бы должен сказать, что у нас каждым разом все больше и больше приходит семинаристов. И даже уж не знаешь, какие залы нам выбирать для того, чтобы проводить, да, такие мероприятия. У нас стояло три ряда стульев, еще один ряд ставили, и просто дальше уже не было куда, потому что у исполнителей вы забрали половину зала. Вот. Прекрасный семинар, прекрасный коллектив, прекрасная работа. Показал коллектив от самых маленьких до самых взрослых, как на детский коллектив, да, вот, старше участников, все группы возрастные, и упражнения у станка, середина, комбинации, и, безусловно, небольшая концертная программа, которая тоже поразила всех участников семинара. Была очень хорошая организация. Хочу попутно сказать огромное спасибо руководству областного дворца культуры учащихся и школы, гимназии, четвертой гимназии за организацию хорошую этого семинара, создание всех условий, необходимых для проведения семинара. Вот. Вторая часть, это у нас была первая часть, вторая часть у нас была проведена работа чисто семинаристами. То есть уже Анна Ефимовна работала персонально с участниками семинара, отвечала на их вопросы, интересующие их. Очень много, я скажу, что подчеркнули для себя сами семинаристы. Каждый есть руководитель коллектива. И я считаю, что каждый из вот таких вот мероприятий что-то подчеркивает для себя и внедряет, безусловно, в коллектив, в своем коллективе. Вот. Вот Анна Ефимовна, может быть, чуть-чуть, как она готовилась к этому семинару, очень переживала. Поделитесь, пожалуйста, с нами про ваш коллектив, про подготовку до семинару и, возможно, про его підсумки, какие висновки вы сделали? Ну, коллективу нашему уже 28 лет. Мы вот работаем эти все 28 лет на базе 4-й гимназии от Дворца творчества учащихся. Конечно, все концерты наши проходят в нашем любимом дворце. Вот. Ну, мы также выступаем, конечно, и за пределами нашего города. Очень много ездил коллектив за рубеж, отстаивал честь нашей Украины. Мы были в Словакии, в Болгарии, в Греции, и в Италию ездили. Ничего себе! Да. Дети молодцы, конечно, очень работящие, хорошие дети. Знаете, самое важное, что получаются очень хорошие люди, очень хорошие. Я очень горжусь выпускниками, очень горжусь. Уже 28 человек детей выбрали хореографию своей профессии. И
Они танцуют за рубежами, правда, нашей страны, они за рубежом танцуют. Представляют наше место. Да, да, танцуют, и, конечно, очень гордишься ими, радуешься, потому что они добиваются больших успехов. Очень многие работают сейчас, выпускники здесь, в нашем Николаеве, и Настя Коломацкая, и Рома Шолом, имеют свои коллективы, Рома в Первомайске, Настенька здесь в городе, на базе 6-й школы, свой коллектив, вот, Невгамовни. Да, вот они 24-го, они на присвоение звания образцового будут делать ученики. Концерт. Да, конечно, очень гордишься этими детьми, всеми, и малыши. И знаете, еще очень, очень здорово, что наши дети хорошо учатся, очень хорошо. У меня пол коллектива отличников, пол коллектива. И, конечно, гордость наша, это наши выпускники, которые, у нас 3 медалиста. 3 золотих медаліста, дівчинка і 2 мальчика. Да. Час і поєднують і навчання, і тренування. У чому ж секрет ваших вихованців? Ви знаєте, вони привикли трудитися. От я так думаю, що вони умні діти якісь. От вони, пам'ять виробляється, може, поэтому. От вони хорошо запам'ятають швидко все. І вони хорошо, всі хорошо вчаться. І у нас, звісно, поки ще дуже багато мальчиків. Це така гордість нашого колективу, що хлопців дуже багато. Хочеться також запитати про семінар. Які висновки, які підсумки ви можете підвести? Немножко, звісно, ну, погода помішала, от, тому що діти боліти почали дуже сильно, і немножко от такі от були стреси, перепади, що тот боліє, тот вийшов уже ребенок. Но вони дуже старались, вони так старались. Ви знаєте, як-то вони завжди стараються, ну, як би, за честь колектива. Вот, щоб я от, восхищалась ними, розумієте? От, така от віддача. Знаете, еще очень важно, когда идет такая обоюдная любовь. Я их, конечно, ругаю. Ну, как любой преподаватель, хочет от чего-то добиться от них. И они понимают, что ты не за златом кричишь на них, а чего-то хочешь добиться от них. И они это понимают. Потому что если вот попусту что-то такое крикнешь, они могут тебе сказать. Я вот здесь не виновата. Властная точка зору. Я, конечно, тогда говорю, да. Вот они вот у нас так, что они не молчат, они говорят, что если что-то не так. И вот они чувствуют любовь к ним, и я чувствую любовь, отдачу потом, их отдачу. И на сцене также, вот все наши отчетные концерты. У нас последний отчетный концерт на подтверждение звания народного был в 2015 году. Я считаю, что это был самый удачный такой отчетный концерт. Правда, вот мы показывали состроители, и у нас 33 номера было. Это такая нагрузка на детей, ничего конечно. Себе. И они от малышей до самых старших, они просто, вот просто великолепно станцевали. И сколько было выпускников, все говорили, вот они лучше нас. Хотя каждое поколение говорит, что вот они лучше нас. Семинар уже отбился? Так же они старались и на семинаре. На семинаре каждая тоже группа, да, была, очень так, была так построена программа, Анна Ефимовна построила так, что показывались попеременно, да, вот по очереди показывали все группы. То есть не так, что, допустим, одна отработала, вот, как бы, может быть, было бы скучно для семинариста от начала до конца, а фрагментально разные группы возрастные. Вот. И вот эта смена быстрая дала вот такой позитив, дала такое настроение и неусталость для семинаристов. Да. Да? Было интересно смотреть. Тут я маленький, тут я старший, тут средняя группа. Вот. И успели показать за вот эти полдня, допустим, да, пока вот как работал коллектив, вот, все группы, все направления. Да, весь вот процесс, как, да, мы работаем. Вот. Вот. То есть, охватили все. Охватили все. Как и это, показали, во что это потом превращается? Смогли показать, да, все. А попереду, до какой планки бажаєте досягти, можливо, наступні якісь конкурси, фестивалі, що планує саме ваш колектив? Ну, звісно, ми їхати хочемо. Ми обычно ездим, если ездим куда-то, то там, где подешевле, потому что сейчас все очень дорого. Вот. И там, где есть море, чтобы дети могли покупаться. Только, ну, это как бы, и чтобы детям была польза, и чтобы коллективу выступить где-то, показать себя. И они вот, мы сколько ездим, пока было, конечно, очень. Дети старались, всегда старались и всегда восхищались детьми везде. В Словакии мы поехали, так мне после того, как мы приехали в Николаев, мне 2 раза звонил мэр Кошице. И они в восторге были от детей. Вот. Ну и нам, конечно, было приятно, что наш Николаев там прозвучал, и наш дворец творчества, и наша джерелица. Было приятно, конечно. А к семинару они готовились, знаете, как это обычный урок, и они понимали, что это как-то придут смотреть. Они, ну, старались, старались, очень хорошо постарались.
Окрім того, що існують фестивалі, конкурси поза межами нашої області, Миколаївщина на хореографічні конкурси та фестивалі дуже багато. Хочеться поговорити про подію, яка планується Dance Day. Да. Ну, вы знаете, мы с вами уже встречались в студии после проведения областного конкурса «Прилы на Прибужье», где участвовали все коллективы, более 80 коллективов города Николаева области, и членами жюри были отобраны 46 коллективов на участие в оригинальном конкурсе сюжетного танца «Малых форм». Ну и, безусловно, мы уже ожидали заявок от коллективов из других областей. Могу сегодня сказать, что коллективы у нас будут, безусловно, наши соседи. Я подчеркиваю, у нас региональный фестиваль, да, как это юг Украины. Наши соседи из Херсонской области коллективы будут, будут из Одесской области. Но не только будет с нашего южного региона, а будут еще коллективы Киевской области. Вот, поэтому общее число 56 коллективов будут участниками нашего конкурса. Вот, вы знаете, у нас всегда конкурс проходит очень сильный, коллективы достойные приезжают, и зачастую членам жюри даже очень сложно и оценивать. И просто довольно сильные, равные коллективы, что сложно, допустим, дать кому-то какое-то место, кому первое, кому второе там дать. Вот. Поэтому как бы сам конкурс практически уже подготовлен, потому что остается буквально вот чуть-чуть больше недели до конкурса. Такие уже моменты, как расселение коллективов, там, питание коллективов решается. Вот, сегодня еду по базе проведения во Дворец культуры Корабельный в Октябрьске, где будет проходить сам конкурс. Вот, нюансы все поставят точки во Дворце культуры. Вот, так что, в общем-то, наш фестиваль и конкурс готов. Члены жюри знают, что они должны приехать. У нас члены жюри у нас приезжают два человека из города Херсона. Вот это с Державного университета Херсонского. Это доцент кафедры музыки, хореографии, заслуженный работник культуры Валентин Васяк. С Херсонского училища культуры, заведующая циклом современной хореографии Олеся Макагон. Вот. Ну и наши члены жюри из города Николаева, это Наталья Анатольевна Баштовая, директор областного центра народного творчества, и глава жюри Мирлянова Михаила Васильевича, доцент кафедры хореографии нашего університету, заслужений працівник культури України. Що ж, ми бажаємо організаторам дійсно успіху, аншлагу для того, щоб місто активно сприйняло саме цю подію, а учасникам ми бажаємо саме таланту, тому що саме талант допоможе їм перемогти. Я дякую нашим ранковим гостям, що сьогодні завітали до нашої студії. Ще раз доказуємо, що Миколаївщина хореографічна, що дійсно тільки у ритмі танцю ми продовжуємо життя на позитиві. І ми вас запрошуємо на фестиваль всіх гостей і граждан, і телебачення до нас на фестиваль. Що ж, друзі, приєднуємось до запрошення.